Судьба несчастной собаки Кози, убитой посреди дня на оживленной улице, специалистами по отлову бездомных животных стала предметом серьезных разбирательств. Ситуация всколыхнула депутатов, прокуратуру и зоозащитников. Нашлись даже люди, готовые вместе со специализированными службами ездить на отлов животных, фотографировать и следить, чтобы их доставляли в приют на передержку. О том, как живется бездомным братьям нашим меньшим. Репортаж Нины Свечниковой. Вон Кузя красавец. И Нюша пришла. Это Люба. Все равно все ласковые. Никого такого злого, чтобы ни, ну, никого нет. Все хорошие. И все тоже стерилизованные, кастрированные. В этом приюте для бездомных животных живут около сотни кошек и собак. В тесноте, да не в обиде. Каждому здешние работники стараются дать имя. 19 собак на днях привез сюда Сах для передержки. По муниципальному контракту спецавтохозяйство занимается отловом на улицах бездомных животных. На самом деле эта работа крайне неблагодарная, потому что говорить о том, что мы прибежали, да, и кого-то стрельнули, закопали, да, или куда-то отвезли, ну, наверное, это неправильно. Почему? Потому что на самом деле во всех нас, да, живет что-то живое. И поэтому сегодня, скажем, чтобы найти людей, двух человек, которые занимались бы этим вопросом, была огромная-огромная проблема. Недавно при отлове животных случился скандал. Общественность всколыхнула судьба несчастной собаки Кузи. Специалисты по отлову убили Кузю на Ленинградском проспекте посреди бела дня на глазах местных жителей, в том числе детей. Собака действительно не представляла никакой опасности. Было собрано порядка 300 подписей жителей, которые обратились в прокуратуру с требованием разобраться в этой ситуации, поскольку собака была в ошейнике, собака имела ветпаспорт. Эта история стала предметом разбирательств на высоком уровне. Депутат облдумы Николай Александрычев написал об этом в письме к городским властям. На комиссии муниципалитета с участием прокуратуры и зоозащитников проходил, что называется, разбор полетов. Там прозвучало, что ловцы не имели права убивать собаку прямо на улице, а должны были доставить ее в приют на передержку. Проблема отлова животных в Ярославле, она не решается не только сегодня, она не решается уже вот на моем опыте, это лет 15. Да, то есть в 96 году вышло постановление Волончуноса о трехдневной передержке, и вот все 15 лет мы как бы этого пытаемся добиться. Городская прокуратура, изучив историю Кузи, установила, что был нарушен закон. Не соблюдены условия муниципального контракта, во время эвтаназии отсутствовал врач, нарушены были и права хозяина животного. Февраль и март месяц было отловлено по 250 животных ежемесячно, причем меньше половины только были доставлены на передержку. Остальные собаки были уступлены работникам САК на месте отлова и сданы для утилизации. Сейчас на рассмотрении в областной думе находится закон о содержании животных, но он в стадии доработки. На федеральном уровне эти вопросы тоже до конца не решены. На улицах не должно быть безнадзорных животных. Вот просто стопроцентно, категорически не должно быть. Потому что как бы мы ни любили собак, как бы мы хорошо ни относились к кошкам, эти животные, будучи на улице, представляют большую опасность для людей. По Ярославлю сегодня бродят порядка 6 тысяч бездомных собак. Действующих приютов недостаточно для передержки такого количества животных. У нас приют ограниченного приема. Мы животных не усыпляем. Место освободилось – взяли. Места нет – не взяли. В этом приюте всех кошек и собак осматривает врач. Содержание животных вылетает в копеечку. Здесь рады любой помощи от населения. И, конечно, каждый раз настоящее счастье, когда постояльцы наконец находят хорошего хозяина. Сейчас здесь есть и взрослые сторожевые собаки, которые подойдут в частный дом, и совсем маленькие щенки. Откинули нам под ворота еще зимой в январе. Маленькие щенки только-только глазки открыли. Вот, часть вот они уже вот выросли, вот уже какой большой. Осталось сейчас двое, остальных всех разобрали. Это щеночек Витас. Они уже у нас привиты, только ждут хозяев, ищут дом. Нина Свечникова, Игорь Мосин.